Первый день работы бизнес-саммита завершается на Нижегородской ярмарке. Об итогах работы узнаем у нашего корреспондента Ярослава Гунина, который работает сейчас там. Ярослав, привет, тебе слово. Привет, Валентина. Действительно, первый день работы бизнес-саммита в Нижнем Новгороде подходит к своему концу. С раннего утра здесь заключен целый ряд соглашений о сотрудничестве и протоколов о намерениях. В этом году работа саммита сосредоточена на одной площадке, на Нижегородской ярмарке, но в каждом павильоне представлены свои тематики. Например, в первом павильоне представлена промышленность, в третьем павильоне расположен медиафорум, а в пятом павильоне ярмарки представлены технологии безопасности. Валентина? Ярослав, в рамках саммита должно было пройти пленарное заседание со всеми основными участниками. Какой вопрос обсуждался на нем? Действительно, панельная дискуссия, которая прошла сегодня в гербовом зале, была посвящена вопросам развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. Вот что сказал про это модератор панельной дискуссии. Давайте послушаем. Мы все знаем, что сегодня инфраструктура является основным, сказал ты, драйвером развития инвестиционной привлекательности каждого региона. Это важно с точки зрения борьбы за инвестора. Секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота представил на заседании информацию о сети платных дорог, которые очень развиты в Беларуси. Во-первых, все сходятся во мнении, что инфраструктура должна развиваться опережающими темпами в экономике, во-первых, любого государства и в Российской Федерации в частности. Не исключено, что в скором времени платные дороги появятся и в России, например, на участке от Смоленска до Москвы и в сторону границы с Белоруссией. Я напомню, что в Нижнем Новгороде также может появиться первая платная дорога. Это будет мост через Волгу в районе Подновья. Студия. Ярослав, что день грядущий готовит участникам форума? Действительно, работа завтрашнего второго дня бизнес-саммита будет не менее насыщенной. В частности, завтра будут обсуждать здесь вопросы развития высокоскоростного железнодорожного сообщения между Казанью, Нижним Новгородом и Москвой. Валентина? Спасибо, Ярослав. Будем ждать от тебя новых подробностей о работе бизнес-саммита.